Как красиво. Кормушечка. Так и висит она, домик такой. Его надо зафиксировать на чем-то твердом. Да, чтобы на сучок, может быть, привязать. Чтобы птички прилетали и не боялись. Видите, вот хлебушек там лежит. Что-то там положено, да, для них. Вон, сейчас я вам покажу поближе. Вон, видите? Вон там вот. Если посмотреть, вот. Вот. Вот такая кормушечка, вот она. Сейчас посмотрю, сама не вижу, маленькая сама. 1,52 м у меня рост, спрашивает, сколько у вас рост. Ну, вот такой рост у меня. Вот такой сосед мой укрепил кормушечку, Денис, с детками. Молодец какой. Он приехал новый, он такой у нас жилец, новые жильцы. И чувствуется хозяин, вот такой хозяин, хозяин прям. Вот, ступеньку сделал, отремонтировал в подъезде. Молодец, она была сломана, кто-то что-то перевозил и сломали ступеньки. И вот он все это сделал, отремонтировал. Он не только в доме красоту сделал, квартиру с нуля отремонтировал. Прямо вообще полностью все переделал, сделал. Вот. И даже вот он, в общем, не только внутри, но и вовне делает все. Ну, некогда, он работает очень много. Вот. Я вот на людей обижаюсь, что не убирают. Люди заняты работой, но хотя все равно это не объяснение. Это можно выйти вот на улицу и убрать. Красоту навести, правда, можно же, да? Можно же. Если очень захотеть, то можно. Вот, видите, какая красота. Чтобы эта красота украшала этот видишь. Видите, какая красота. Вот она. Какая красота. Какова красота. Какова красота. Какова. Я прям подержу вот камеру на этих красоте, на этой. Видите, ветерок подул, но я сегодня тепло так оделась. Мне так хорошо, тепленько. Вот. И буду сейчас трудиться. Трудиться буду. Я люблю трудиться. Нравится мне этот труд. Вообще, это красота, когда ты трудишься. Когда у тебя есть возможность трудиться, что-то делать полезное. Особенно полезное, чтобы не только тебе хорошо было, чтобы всем людям хорошо было, которые рядом с тобой живут, которые наблюдают за этой красотой. Всем-всем. Здравствуйте. Ну, чтобы всем было хорошо. Всем-всем-всем, чтобы было хорошо. Так, все, ребятки, беру грабли, пошла я. Беру грабельки и пошла я вперед заниматься делами. Так, прошлась я по этому участку красивому. Вот это мы с мамочкой сажали красоту. Молоденькие такие клёнчики. Видите, какой он такой красивый. Вот, с мамулькой мы сажали с моей эту красоту. И вон он с мамулькой сажали клен. Видите, вот он какой он. Вот он какой кленчик. Вот такой вот. И этот красавец. Мамочка привезла, как-то ездила к сестричке в Городище. И говорит, Леночка, смотри-ка, что я привезла, доча. И мы с ней, говорит, пойдем-ка посадим. Я говорю, пойдем, мамулечка. И мы с ней стали сажать кленчики здесь. И вот такая целая полянка кленчиков. А этот мы посадили с детьми, с бывшим моим мужем. Хотя бывших, говорят, не бывает, но так получилось, что бывший уже, да. Он уже не единожды чужой, да. Поэтому я уже могу смело сказать, что это уже бывший муж, да. Ой, какая красота все. Видите, вот я вам показываю. Ой, красота. Красота. Это красота. Это красота, знаете, на одном пятачке сколько, да, соседствует эту красоту. Видите, какая красота. Вот какая красота-то. Какая красота. Мне поражает, конечно, вот что-то ни к кому не интересно это, наверное, мне. Мне так порой кажется. Да. Смотрите, как красиво, да? Маленькие, зелененькие такие. Вы красавчики такие. Малыши вы такие. Смотрите, как красиво. Ой, гляньте, какая прелесть, да? Вот фокусирую внимание ваше на этой красоте. Вот как красиво. И вот как красиво. И вот как. И вот, хоть и боже мой, их ты какая красота трогательная. Какая она нежная. Какая же она нежная такая. Это красота. Какая же она нежная. Нежная, нежная, нежная такая полянка. Это вот я говорю, носили с речки с дочей в пакетах, она мне помогала. Мы носили эту красоту, чтобы тут была зеленая полянка. А теперь я тут, конечно, сейчас буду наводить порядочек. Все, ребятоньки мои.
смотрите, как я буду убирать. Вот. Красота. Вот я так покружусь. На фоне этой красоты вот я такая и мои цветы. На фоне вот этой красоты, гляньте. Ой, какая красота все. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Какая красота. Какая красота. Гляньте, какая красота. Это божественно. Это просто божественно. Голубчик прилетел маленький. Я кормлю. Прилетел мой голубчик. Ты моя голубочка или голубчик. Прилетели маленькие мои. Сейчас я буду грабельком выбирать. Сейчас вам червячков накопаю. Да. Сейчас вот. Сейчас будете вы кушать что-то. Да. Сейчас я вам еды накопаю. Вот. Знают, что что-то тут сеют или семена. И слетаются. Сразу слетаются. Красавчики такие, видите, как красиво. Вот такая у нас природа красивая. Вот такая у нас красота. Вот такая природа. Небо хмурится, так облачка набегают. И хотя бы был маленький дождик. Вот. Хочется дождика, чтобы все напоил. Вот. Ну, в общем, я пошла трудиться, ребят. Все, начинаю. Вот, с вами я, Лена Летта из интернета. Вот такая Леночка, такая Желанкина. Елена Желанкина, кому как угодно будет. Ну, вот такая вот. И мой мир. Мой красивый цветочный мир. Представляете, слетелись мои вон голубчики. Вон они мои маленькие. Ох, сколько их. Чувствуют, что сейчас я буду тут порядок наводить. Сейчас им будет лакомство. Вот помощники мои, видите, личинок клюют, чтобы мои цветочки не болели. Чтобы у меня все было тут здоровенько. Все, пошла я убирать. Порядок пойду наводить. Все, пока. Давайте, все, я за труды.